Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Юлдашев, и мы продолжаем встречи и знакомства с представителями компании большой семьи Emerson. А на самом деле Emerson объединяет большое количество брендов, которые известны уже на территории Российской Федерации. Один из таких брендов является компания Tartarini. Собственно говоря, Tartarini является одним из тех первых брендов из большой линейки семьи Emerson, которая прошла локализацию в Челябинске на заводе Метран. Мы уже об этом говорили, когда посещали это производство. Но, тем не менее, будет интересно встретиться с непосредственным представителем из Италии. Ее зовут Розелла Мими, которая является представителем транспортировки оборудования для магистрального газопроводов. И эти ребята представили здесь сегодня замечательный клапан. Но особенность этого клапана, что он обладает еще и пилотным управлением. Более подробно о таких новинках сегодня нам расскажет Розелла. Здравствуйте, Розелла, рада вас приветствовать. Собственно говоря, спасибо, что согласились на интервью. И первый вопрос, несколько слов о компании Tartarini. Tartarini is a very old company, always the... Tartarini – это компания, которая давно уже представлена на рынке. Наши основные применения – это нефтегазовая отрасль. И, соответственно, что очень важно, могут быть разные исполнения регуляторов. Они могут использоваться в самых разных применениях на трубопроводах, системах впрыскивания. Возможны разные исполнения. Это исполнение с пилотом. Очень важно, что на этой выставке мы представляем все возможные решения, которые может поставить компания Emerson. Это газовые хроматографы, разнообразные запорно-регулирующие арматуры, средства измерений. То есть все эти приборы могут быть использованы на газораспределительных и транспортировочных трубопроводах. Спасибо. Розелла, если все-таки говорить сегодня о клапанах Tartarini, в чем их основное преимущество для конечного потребителя? Мы видим, здесь перечислены основные, скажем так, хорошие стороны. Но что-то может быть еще, то, что может привлечь конечного потребителя для вашего продукта? Okay. This particular case, this is a pilot-operated regulator. А у данного конкретного регулятора отличием является то, что это регулятор с пилотным управлением. Поток газа идет вдоль оси трубопровода. Мы можем сократить давление падения. Далее уровень шума в данном исполнении значительно снижен. Есть разные типы шумопоглотителей. Мы очень тщательно относимся к вопросам безопасности. Данные исполнения могут быть установлены в разных применениях, в разных зонах. Очень важно, что нет выбросов, опасных выбросов. Это очень важно, когда речь идет об управлении. То есть это очень важно, что это безопасное решение, не происходит выбросов газа. И очень важно, что вместе с данным регулятором могут идти самые разные виды запорно-регулирующей арматуры. Это могут быть отсечные клапаны в случае, если мы наблюдаем, например, что давление на выходе слишком большое. То есть есть разнообразные клапаны, которые помогают регулировать давление. Еще одно преимущество – это точность, безопасность, надежность. Это основные составляющие успеха регуляторов Tartarini. Уважаемые друзья, на самом деле, вот мы уже опрашивали многих конечных потребителей по преимуществам регуляторов Tartarini. На самом деле, их намного больше, чем минусов. У любого продукта есть минусы, чего греха таить. Но Tartarini – это выбор, на самом деле, специалистов, профессионалов своей отрасли. И самое главное, их используют такие крупные клиенты, как «Газпром» на своих трубопроводах. Собственно говоря, одно из преимуществ, как вот говорила госпожа Розелла, это шумоподавление. И, уважаемые друзья, мы постараемся презентовать вам реально работающую модель, которая здесь в рамках выставки Emerson представлена в ГАГе. То есть вы сможете увидеть реально смоделированную систему, в которой будет показан ход работы клапанов Tartarini. Спасибо большое, госпожа Розелла, за интересную презентацию. Но еще один немаловажный вопрос. Мы знаем, что Emerson Metran очень успешно локализовывает продукты Tartarini в Российской Федерации. Ваше отношение вообще к понятию локализация как представителя компании здесь? Well, I think it's important to be close to the customer. Я считаю, что очень важно быть близки, важно иметь производство рядом с нашими заказчиками. И, собственно, мы локализуем данные решения. Например, конкретно этот регулятор был локализован под продажу, под выпуск для рынка в Азии. Спасибо большое за презентацию и небольшой рассказ, и, конечно же, свое мнение о локализации. Это очень важно для наших конечных потребителей, потому что многие хотят знать и понимать планы компании Tartarini и Emerson для России.
российского рынка. Они честные и открыты, уважаемые друзья. И, конечно же, понятие локализация в планах Emerson – это дальнейшее продвижение, более подробно о котором вы сможете узнать в эксклюзивном интервью генерального директора компании Emerson в Москве Николая Шестакова, которое мы сегодня провели. Но все по порядку, уважаемые друзья, поэтому будет все впереди самое интересное и самое лучшее. Еще раз спасибо вам большое. Ну и, собственно говоря, успехов, удачи и развития на всемирном рынке локализации и производства. Удачи! Thank you.